Что, покатаемся на шестерочке, на Жигули. Жигулька наша, шестерочка, давайте попробуем, посмотрим. Главное не перевернуться. Да куда ты ли... Ё-моё, аккуратнее сказал. Нам главное тут спуститься на дорожку эту, выйти. О, перед вообще разбит. Но машинка едет. Блин. Главное тачка. Тачка, главное, едет. А остальное пофигу. Нет, не едет. Блин, Шоха, ты ё-моё, у меня такая тачка была классная. Все, капец, приехали. Давайте восстанавливаем машинку. О. И поехали дальше. Блин, кажется... О-о-о-о, нет. Блин, вот ты-то что здесь делала? Иди нафиг отсюда. Опять мою тачку разбили. Ой-о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 й
Ой-ой-ой, машинка. Капец тебе. Расфигачилась. Бедолажечка. Маленькая моя. Ой. Капец. Тачки. Крындец. Ладно. Восстанавливаем по волшебству. Машинка у нас восстановлена. И теперь мы попробуем заехать на гору эту. А как я заеду, я не знаю. Давай поедем по тропинке вниз. Да блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё. Нет. Опять мы разбили тачку. Капецкин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, давайте восстановим еще. У меня есть 15 восстановлений в этой игре. Я буду восстанавливаться 15 раз. Угу. А я сейчас наверх заеду. Блин, да кого? Ладно, пока... Если машина будет ехать, восстанавливать я пока ее не буду. Куда это мы приехали? Может, поднимемся наверх все-таки? Алло. Так, ладно, восстанавливаем тачку. Какой-то раз я восстановил уже. Третий или второй? А это считается, что я восстановил ее или нет? Или можно еще раз восстановить? Ладно, восстанавливаем еще раз. Это будет четвертый раз, когда мы восстановили. Угу. Да-да-да-да-да. Четвертый раз. Всего лишь. О, по песку поеду сейчас. Ой-ой-ой, как хорошо она гладенько здесь едет. По песочку. Главное нам выехать на дорогу аккуратно. Ой-ой-ой-ой, смотри, стоп. Мы здесь не проедем. Абсолютно никак. Сейчас мы поедем вот здесь, вот по тропинке вот этой. Аккуратно, давай, поднимайся. 19 километров в час, да ты чё? Ну, тачка у нас советского автопрома. Поэтому, чё ж говорить-то. Едем мы медленно. Все, сейчас попробуем подняться. Ну, вроде бы мы ничего не сломали машинки. Кто там впереди едет? Тихо! Да как? Я врезался, я не понимаю, как? Как? Ты едешь вообще, нет? Не, нифига, колесо сломалось. Да как я так врезался-то, ё-моё. Ладно, ничего страшного. Это пятое восстановление. У нас еще пять восстановлений. Кого пять? 10. 10 восстановлений есть. Спасибо. Пропустили меня. Мне нужно добраться наверх. Но не более 15 восстановлений мне нужно сделать у машины. 5 восстановлений мы сделали. Осталось еще. Да куда? Нет! Почему? Куда ты упала? В озеро ты? Алло! В озеро или в море? Блин, фиг знает. Так, ладно. Играем все сначала. С этого места. Это у нас получается 6-е восстановление. А вон две машинки эти, которые ехали. Ладно, мы сейчас их аккуратненько проедем.
Не врезаясь. Все. Проехали. Еще одна. Впереди. Вот одна мне будет мешать мне стопудово. Давайте немножко притормозим. Алло. Да. Вот, смотри, мы подъезжаем к городу. И как раз мы на эту гору сейчас будем заезжать. Угу. А вот и заезд. Так, крутой склон. Угу. Знак. Так, а это знак 30 км в час, да? Не более 30 км в час. А у меня 30 есть. Как раз 29-25. Во! В принципе, мы даже ничего не нарушаем. Давай поднимаемся. Я надеюсь, мы без происшествий сейчас поднимемся. Так, какой-то зигзаг, 250 метров. Ну, как она шелестит, смотри, едет, а. Шикарно. Тихо, тихо, нет, опа. Это нас спасло, что оно прозрачное, смотри. Оп, проехали. Блин, а так бы тачки наши пришел бы. Не очень хорошее слово, которое не буду называть, чтоб моей тачке могло прийти. Продолжаем движение. Тут притормаживаем. Эта карта прикольная, она очень холмистая. Достаточно. О-о-о-о-о-о, тихо. Че у нас там? Нормально? Нормально с тачкой все? А, в идеале, смотри, как с магазина она купленная. Прям... шикарно. Сейчас мы немножко поднимемся наверх. Чуть-чуть осталось совсем. О! Как же она шелестит шикарно. Тут выступы большие, поэтому надо аккуратно ехать. Оп-оп-оп, поворот. Тихо, нормально, нормально. Все, тачка. Нет, разбилась на кого? Разбилась, да? Ладно, тогда я сношу туда вообще полностью. В утиль нафиг. Потому что она у меня разбивается постоянно. Я ее в утиль сейчас. Сейчас я ее разобью. Ничего страшного, я новую себе. Возьму новенькую машинку. Все, падай. Разбивайся нафиг, в дребезги. Не жалко мне тебе. Опа. Разбили машинку нашу. Поднялись мы, не поднялись. Давай еще раз попробуем. Восстановим на этом же месте. Блин, не получилось на этом месте. Ну ладно, давай еще раз немножечко съедем. Может, отсюда поедем? Так, я хочу эпично сейчас разбиться. Эпично, я сказал. Эпично, эпично, пожалуйста. Эпично, это значит, блин, эпично. Вот это автопром. Ребята, ставьте лайки обязательно, если вам понравился ролик с этой тачкой. Автопром наш. И разбиваемся в дребезги. Все. И уходит оно у нас под воду. Пусть поплавает немножечко, помоется. Всем пока-пока.